Сегодня стартует акция «Молодой гвардии Единой России. Память Победы», в рамках которой мы отправим по всей стране, по всем странам бывшего Советского Союза поздравления для наших любимых ветеранов. Акция сегодня стартовала в Саранске, в Астрахани, в Волгограде, в Москве и пройдет по всей стране. Дорогие наши ветераны, мы поздравляем вас с вашей победой. Вы наши герои. Долгих вам лет жизни и здоровья. Сегодня мы дали старт акции поистине патриотической, поистине доброй, под названием «Память Победы». А сегодня добровольцы «Молодой гвардии», реально живые люди, ребята, которые всегда готовы помочь нам в трудной жизненной ситуации, включаются в эту деятельность. Это люди, которые работают с ветеранами, которые приходят к ним домой, помогают им по домашним делам, помогают им в общении между собой. Это люди, которые действительно настоящие патриоты, потому что добровольчество в мирное время – это есть высшая степень проявления патриотизма. Казаки едут по Берлину, наши казаки.